Ну, я думаю, что оттока инвесторов в связи с последними событиями пока нету. Ну, свидетельство тому падение курса доллара. Если бы был отток, он бы, наверное, рос, доллар сейчас. На волне паники он подрос, сейчас он падает. И это нормально, потому что бизнес иначе будет использовать. То есть американцы будут заходить через Гватемалу к нам, потому что там, где можно заработать, капитал все равно идет туда, даже если есть определенные ограничения. Не думаю, что это будет все как-то усиливаться. Я думаю, что нормально все договорится, весь этот ажиотаж, все это стихнет. Главное, чтобы у нас можно было заработать, чтобы были нормальные законы, были гарантии инвестиций, и тогда деньги потекут к нам рекой, потому что богатство есть природное, земли свободные, недорогое, огромное количество, люди образованные, умные, порядочные. Поэтому я думаю, что желающих инвестировать в Россию будет все больше, больше и больше.